Мой путь лежит в невиданные земли. Смерть витает в воздухе. Упавшая звезда где-то рядом. Духи сказали мне. Звезда упала на... Капитан! Еще мертвецы! Мы не сможем открыть ворота, пока не отбросим их! Когда же это кончится? Моя сила не... Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сражался! Открыть ворота! Лию ты найдешь в таверне закланный теленок. Сжигай трупы, пока они не ожили. Закарумиты навлекли на себя позор. Я обещал защищать Марко, но он не уцелел. В новом Тристраме... Что ты... Здесь ты не чу... Даже не думай, помогай... Тут недалеко есть место... Смотри. Лия, капитан говорит, ты пережила падение. Это правда. Тогда я вернулась... Осторожно, раненые превращаются! Что-то мое тело загнивает. Если ничего не предпринять, мертвецы убьют нас. Я чувствую вокруг сильную хворь. Но и... Спасибо. Поговори с капитаном. Из города вышли 16 ополченцев. Как мне помочь вам справиться? Я восхищаюсь. Жертва. Ну что ж, я... Они лезут на баррикады! Это одна из проклятых матерей! В руинах дальше по дороге их намного больше. Декарт Каин много лет провел в путешествиях. Повидал и изучил множество самых невероятных существ. Тем не менее, проклятые матери стали для меня огромным потрясением. Это бывшие служанки королевы Асилы, которые были убиты, а затем воскрешены с помощью чудовищной магии. Теперь они поедают трупы, а затем изрыгают останки, порождая нежить. Никогда не забуду тот день, когда впервые увидел, как эти безобразные создания выползают из мглы лесов. Те, кого мы некогда любили, восстали из могил и начали нападать на людей. Мертвые, потерявшие покой, были лишь началом наших бед.
исследуя пещеры в поисках сокровищ, я наткнулся на жуткое зрелище — гору трупов. Невероятно. Но когда я стал обыскивать их в поисках ценностей, тела вдруг ожили. Нужно рассказать обо всем жителям нового Тристрама, пока еще не слишком поздно. Приветствую тебя, дорогой читатель. Меня зовут Абд Аль-Хазир. Я путешественник, ученый и исследователь. Я много странствовал по миру и собрал множество знаний о его самых удивительных обитателях, часто подвергая себя смертельному риску. К примеру, недавно в Хандарасе в мой шатер пытались забраться иглоспины. Я кинул в них сапогом, и они убежали, но другому на моем месте могло повезти меньше. В этих записях я поведаю миру о всех своих приключениях. Я сейчас позабавлюсь. Пока не могу. Благословили меня чуть позже. В этих землях распространилось новое болезненное поветрие. И, вероятнее всего, его принесли и нетопыри. Вернувшись в Тристрам, я обнаружил, что они расплодились в огромном количестве. Зло, что поселилось в этих краях, наполняет их силой, и я боюсь, что худшее еще впереди. Сделано. Проклятые матери вновь обрели покой.
Истина сожгла вас! Старый Тристрам, это место до сих пор накрыто тенью Диабло. Долгие годы дядя обходил эти места стороной. Именно здесь Диабло с... Не знаю, что случилось. Есть у меня тут накопал кое-чего интересненького. Взгляни-ка. Никак не выходит. Спасибо за помощь. Может быть... Это хорошо. Я помогу тебе найти. Сначала мы должны... Сюда. Я открою ворота. Адрия — моя мать. Но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Декарт. Ты знала своего отца? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. Смотри, тут есть подвал. Это место большое, Силы. Твоя мать хранила здесь свои секреты. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не верила слухам. Вот ключ. Я найду тебя. Спасибо тебе. Вчера вечером ко мне приходил Айден. Как Адрия ушла в бесформенный? Ты хочешь спросить, как она умерла? Я точно не знаю. Дядя Декарт думает, что ее погубило нечто ужасное. Yeah.
Тристрамский собор. Упавшая звезда где-то там. Здесь небесный огонь прожег землю. Снизу исходит странная магия. Не так скоро. Что макабры — медлительные и неуклюжие создания. Но их бесформенные тела таят в себе множество опасностей. Под их кожей скрываются острые шипы и отвратительные паразиты. Поговаривают, что этих монстров породило великое зло, ужасную природу которого я не могу постичь. Имя Лахданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родине. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Thank you.
прислужники зла! Не подходите! Прочь! Я помогу тебе! Прочь! Спасибо тебе. Но зачем ты рисковала ради меня? Тебе нужна была моя помощь. Идем, я отведу тебя к Лии. Ох, как я рад, что с Лией все в порядке. Я боялся худшего. Я нашел этот проход на старых картах, случайно попавших мне в руки. Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить об упавшей звезде. Я сдержала слово перед Лией и спасла ее дядю. Я вырвала его из лап короля скелета, но упавшая звезда все еще у этого чудовища. Дядя, ты же... Да, мне нужен... В пророчестве. Дядя.
Насколько себя помню, что есть? Он убежден, что... Что знаешь ты? Мама была родом... Она что-то искала. Некогда король скелет, он потерял... Место Леорика в бесформенном мире. А он преграждает мне путь к упавшей звезде. Чтобы победить Леорика, нам понадобится его корона. Лия, не стоит так легкомысленно отрицать очевидное. Вот значит, какой конец меня ожидает. Лия всю ночь помогала жене кузнеца ухаживать. Как мило, что ты спросила, Челси. Мы народ вечен, знаешь? Мужчины так и бегали за мной из-за моих видений. Ну, не только из-за... Духи откроют мне будущее, когда я буду... Что ж, пожалуй, духи направят твои стопы уж всяко... Шучу, конечно. Духи — это хорошо. Этот мир постоянно обновляется. Почему ты всегда говоришь загадками? Я говорю предельно ясно. Твое занятие не говорит, кто ты. Из Сенсай, где на улицах воюют великие кланы, где плетутся политические интриги. Ты до сих пор ничего. Ой, ну тогда ты, наверное, задаешь мне... Ты не робкого десятка, раз не боишься выходить из города. Я слышал, что там за ворот. Духи говорят о восставших. Какой ужас! Я имел в виду. А мне нравится этот... Вы не очень похожи. Мы оба любим... В этом мире нет ничего... Я вижу, ты питаешь к ним сильную любовь. Да. Декарт Каин сказал... Не сейчас. Это необходимо. Спасибо. Я отведу тебя к ним. Простите меня! Они страдают. Помоги же упокоить их. Мира, любовь моя, прости. Хедрик, помоги мне! Благословили меня. Без тебя у меня бы ничего не вышло. Я твой. Я ищу... В этом я могу его гробница. На кладбище в лощине стенаний. Если увидишь там моего дурака-подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Помогают мне. Это создание чуть не должно жить. Ваше зло сгубило вас.
дух подмастерья отправился в бесформенный мир. Кедригу ему нужно знать. Мой дух не знает границ. Я проследил за полетом летучих мышей и нашел их гнездо. Оно меня поразило. Юрий! Это живое существо, а точнее старый нетопыр, исказившийся под действием каких-то темных чар. Уже не приходится сомневаться, что эти существа попали во власть демонических сил.
Мой удар верен. Последние дни правления короля Леорика, даже ушедшие из жизни много веков назад, стали подниматься из могил. Их скелеты облачались в доспехи и брались за оружие, чтобы принести погибель всему живому. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти создания могут быть очень опасны. Ведь понять, чего от них можно ждать, совершенно невозможно. Это существо заслуживает только смерти. Прямо в сердце. Смерть вам!
Когда Леорик перебрался в Тристрам, за ним приехало много знатных людей. А знать, как ни странно, хочет покоиться в роскошных склепах. И вот я взялся за лопату, надеясь выкопать пару могилок и получить свои денежки. Как же. Им и то бы давай, и другое, и третье. Так теперь я день-деньской здесь торчу, копаю. Света белого не вижу. Счастья, которые обрушились на эти края, унесли жизни многих людей. И теперь души этих несчастных вопиют о мщении. Неупокоенные призраки готовы растерзать любого, кто вторгнется в их владения, ибо они верят, что человеческая кровь вернет их к жизни, которой они однажды... В этой ловушке томятся духи. Я с радостью открою ее. Истина сожгла вас! Истина сожгла вас! Смерть вам!
Ванны тут нет. Нужно искать в другом склепе. Проклятье настигло вас! Корона не здесь. Пришла.
духи помогают мне. Мертвые в этом склепе кричат о безумии и предательстве. Корона где-то рядом. Неупокоенные сотворены из человеческих останков, погребенных в общих могилах без подобающего обряда. Под действием темной магии разлагающаяся груда тел сливается в единое омерзительное порождение. Несмотря на все свои познания, я не могу придумать ничего лучше, чем спасаться от этих тварей бегством. Думаю, так же поступает и любой другой здравомыслящий человек. Я не позволю тебе вернуть Леорика в мир живых! Я возвращаюсь в город. Это трудно поверить. Я бездействовал. Я попытался... Если у меня...